Выставка World Food имеет очень широкую географию. Рядом со мной представитель компании Na'vi. Фрукты и овощи из Перу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Микертумова Кристина, я представитель компании Na'vi. Мы поставляем овощи, фрукты, в основном манго, авокадо. Это наш основной спектр поставок. Помимо этого занимаемся суперфудами и прочими модными нынчевениями. Расскажите, у вас есть стенд, чем будете там удивлять? На своем стенде мы выставляем в основном свежую продукцию, собственно, как было сказано, это манго, это голубика, которая у нас вне сезона присутствует, в отличие, конечно, от России, поэтому основные поставки этих ягод существуют, собственно, из Перу. Все, что вы видите на полках магазина, скорее всего, приводится оттуда. Помимо этого, мы выставляем там такие суперфуды, как перуанская мака, которая используется в качестве аналога женьшеня, это какао-масло, какао-порошки, которые мы также привозим и производим, собственно говоря, сами. Это сушеные фрукты, в частности, у нас выставлен на стенде такой интересный фрукт, как физалис, которого все очень удивляются. Можно попробовать подойти, в принципе, если интересно. Ну, в общем, это то, что мы можем вам предложить на данный момент. А вы еще наши соседи, очень хочется, наверное, к вам сходить и попробовать максимально качество вашего продукта. Скажите, какие ваши планы на нашу выставку? Есть ли какие-то интересные уже общения и какие-то, может быть, уже контракты намечаются? Конечно, очень много интересного общения. Очень часто люди подходят и интересуются, собственно, чем мы занимаемся. И почему-то всех интересуют именно суперфуды на данный момент, потому что, наверное, это очень модная тема ЗОЖ, очень модная тема здорового питания. Но по поводу свежих фруктов тоже обращаются. И, в принципе, интересно пообщаться с людьми. Многие рассказывают о себе, просто подходят пообщаться, поэтому контакты налаживаются постепенно, иногда даже издалека. А жители Перу славятся своей душевностью, поэтому как бы в простом общении в итоге налаживаются бизнес-контакты. Конечно, именно так и происходит, потому что, ну, собственно, с простого душевного разговора, с личного налаживания контакта уже происходит и бизнес, собственно, как иначе. Спасибо большое, пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеемся тоже нашей съемочной группой оценить качество ваших фруктов. Конечно, подходите, оценивайте качество, всем того советую и желаю. Спасибо большое. Спасибо большое.